Строительство комплекса является важнейшей составляющей в стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан, а также усовершенствования химического и нефтехимического комплекса Российской Федерации на период до 2030 года. Введение в эксплуатацию ЭП-600 позволит Нижнекамскнефтехиму укрепить свои позиции на внутреннем и внешнем рынках как производителя широкого спектра синтетических каучуков. При проектировании комплекса применяются передовые решения, направленные на высокую производительность, энергоэффективность и промышленную безопасность. Особое внимание уделено вопросам защиты окружающей среды. На новом комплексе будет создано 630 рабочих мест. Возможность работать на современном и безопасном производстве появится у выпускников местных колледжей и вузов. Строительство ЭП-600 планируется завершить в 2023 году. Прогресс по СМР составляет 34%. Основной строительный, генеральный строительный подрядчик турецкой компании «Гемонт». В сегодняшний день мобилизовано 3200 сотрудников на площадке, из них 700 человек ЭТР. На сегодняшний день смонтировано крупногабаритное оборудование, заканчивается выполнение монтирования железобетонных конструкций, продолжается монтаж металлоконструкций. О работе подрядной организации «Гемонт» рассказал и руководитель проекта Ешар Кандемир. В рамках пресс-тура журналисты смогли посетить вахтовый город и ознакомиться с условиями проживания специалистов, организацией питания, отдыха и досуга. Также журналисты смогли узнать о том, какое внимание сотрудники компании «Гемонт» уделяют соблюдению правил промышленной безопасности и антиковидных мер. Мы принимаем серьезные меры против ковида, так как здесь задействовано более 4500 человек. Медсправка и тест на COVID-19 является обязательным условием при приеме на работу. 3 раза в день мы проводим замер температуры сотрудников. Постоянно дежурит медперсонал и скорая помощь. Она находится на стройплощадке 24 часа в сутки.